значение имени Ануар. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. У этого имени очень сильно развиты интуитивные способности, они отличаются повышенной чувствительностью, эмоциональностью, нежностью, склонны проявлять сострадание по отношению к окружающим. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Редко встречающийся в именах звук «У» воспринимается на слух свежо и оригинально. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Владельцы этого имени должны развивать в себе такие черты, как терпеливость, мягкость, уважение к другим, альтруизм, а также открытость и вежливость. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, достоянием общественности. Активизирует воображение. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. В качестве талисмана этим людям подходит бледный нефрит в соприкосновении с телом. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.